Всем привет! Вы на канале вязания, и я Светлана. Я вот начала вязать вот такой свитер. Так, вяжу я. Вяжу спинку. Но набирали мы 120 петель. Мы делали здесь убавление, и в конечном итоге у меня вот получилось 96 петель. Провязала от резинки, от наборного края, то есть от начала резинки 42 сантиметра. Так, теперь я вам покажу, мы сейчас вот дошли до этих пор, где надо делать пройму рукава вязать. Вот, я вот вязала уже пройму рукава, я вам сейчас покажу. Вот. Вот такую пройму рукава мы должны связать, красивую. Видите, как хорошо получается, никаких скачков нет, ничего. Сейчас я вам расскажу, как это делать. Видите, ровненько как. С одной стороны и точно так идет с другой стороны. О, смотрите. Так. Так, переходим к вязанию. Я вязала на круговых спицах, а теперь перешла на прямые спицы. Спицы 3,5, основная вязка. Спинку мы вяжем лицевой гладью. Так. Дам на экран все расчеты по вязанию проймы. Но сейчас расскажу предварительно. Вот у нас на спицах 96 петель, так? А здесь, когда мы пройму вот провязали, у меня уже осталось 74 петли. 74 петли, следовательно, 96 минус 74 петли, 22 петли разделить на 2, то есть на 2 рукава, получается по 11 петель. Дам все на экран расчет. Мы должны снять с правой стороны и с левой. Для этого я разбила на 3 сектора, то есть 11 делила на 3, у меня получилось
3 петли и 2 в остатке. 2 в остатке я разбила на первый, второй сектор, то есть добавила по 1 петле, то есть 4, 4, 3 у меня получилось. В результате первый раз в первом секторе мы будем снимать, в каждом ряду мы должны снять по 2 петельки 2 раза в каждом ряду. Во втором же секторе по 1 петли в каждом ряду 4 раза. И в третьем через один, в каждом втором ряду, то есть получится в лицевом ряду изнаночным провязываем лицевой, снимаем по 1 петли 3 раза. Итого у нас получается 11 петель. Так, я показываю как. Но я в первом секторе вот так буду снимать. Смотрите, тут надо снять 2 петли и 2, чтобы не было здесь скачков, чтобы плавно проходил. Вот такое убавление было плавно. Видите, какое оно плавное, красивое. Так, для этого я так делаю. Вот сейчас мы первое убавление делаем. То есть в первом секторе мы будем убавлять 2 петли сразу. Для этого я так делаю. Первую снимаю. Следующую провязываю лицевой. Теперь ту, которую сняла, перекидываю через эту провязанную. Одну я петлю сняла. И теперь следующую точно так провязываю. И следующую перекидываю через него. Вот мы сняли 2 петельки. И дальше продолжаем вязать лицевой гладью. В данном случае у меня лицевые петли идут. Первый ряд убавления. И так продолжаем вязать до конца. Как до конца мы довяжем, в конце я покажу, как я делаю, чтобы не было скачков. Так, вот я дошла до конца ряда. Ну, в конце ряда мы должны тоже убавить 2 петли. Я 2 петли не убавляю. Здесь убавляю одну, а эту одну, которую не доубавила, перенесу на следующий ряд. То есть, чтобы не было скачков. Смотрите. Здесь для этого я сначала поворачиваю вот эту петлю, чтобы красиво легла. И 2 петли провязываю одной лицевой. Вот так она ложится хорошо. Так. Теперь поворачиваю я на следующую сторону. Это получается второй ряд изнаночный. И мы делаем второе убавление петель. Вяжем пройму рукава. Первый я снимаю. И здесь убавляем уже 2, которые положены, и та, которая не добавлена в первом ряду. То есть 3 петли. Первая убавлена была у нас предыдущая, вот сейчас, и сейчас 3. Всего надо в двух рядах 4 убавить. Так, я провязываю изнаночную и теперь перекидываю. Раз. Теперь опять следующую изнаночную перекидываю. 2. Опять третью изнаночную и перекидываю. 3. И дальше вяжем по рисунку изнаночные петли. Довязываем до конца ряда. Так, второй ряд у нас вот в конце мы уже. Точно так делаем, как предыдущий в конце. Мы здесь тоже убавляем одну петлю. 2 провязываем одной. Так. А нам надо 2. Одну мы перенесем сейчас на третий ряд. То есть это пойдет уже на второй сектор. Так, это для того, чтобы ровно шло, красиво, без скачков. Во втором секторе мы должны убавить в каждом ряду 4 раза по 1 петельке. То есть слева и справа по 1 петле. Оттуда мы одну перенесли, надо сейчас убавить, так. И еще одну мы с этой стороны убираем, значит, одну снимаем так, точно так, как мы делали, провязываем петлю, так, и перекидываем. Это мы убавили ту, которая одна петля, которую мы с изнанки не убавили.
Теперь следующую убавляем уже как бы по плану. Одну провязали, теперь перекидываем. Вторую, вот две петли. Это у нас третий ряд убавлений. Так, и вяжем до конца лицевые петли. В конце мы точно так будем убавлять одну петельку теперь. Так, вяжем третий ряд. Подходим мы к концу ряда. Так, и сейчас будем тоже убавлять одну петельку. Вот осталось две петли. Я их вот так. Первая вот крайняя, и вот следующая я ее переворачиваю таким образом. Так, одеваю. А теперь я две вместе провязываю лицевой. Все, так она красиво ложится. Так, мы провязали третий ряд. Теперь точно так вяжем четвертый, пятый и шестой ряд и делаем убавление слева и справа по одной петле. Это второй сектор убавлений. Вот я убавила одну петлю. И в конце точно так потом убавите, как я вам показывала, в конце убавляем тоже одну петлю. Итак, встретимся, когда провяжем шестой ряд. Так, вот мы провязали 6 рядов вязания проймы рукава. Теперь переходим на третий сектор и будем теперь убавлять по одной петле слева и справа в каждом втором ряду. Вот сейчас я в лицевом убавлении делаю, так, как обычно, по одной петле слева и справа, так, и вяжем до конца, слева убавляем. А изнаночную сторону мы будем провязывать без убавлений. И так будем вязать 3 раза, то есть это у нас седьмой ряд. Мы будем убавлять. Восьмой будем провязывать. Девятый ряд будем убавление по одной петле слева и справа. Десятый провяжем. И в одиннадцатом ряду, а двенадцатый провяжем. Так, потом встретимся. Вот я провязала уже пройму рукава убавлений. 12 рядов. Вот что у нас получилось. Смотрите, как хорошо вышло. Так, вот я покажу сейчас здесь. Тут уже дальше. Вот, смотрите. Так, вот. Мы провязали вот эту часть с вами. Вот, так. И теперь будем дальше вязать вот прямо. Просто уже лицевой гладью до скоса плеча. Так, и вот я вам показываю, как, да, мы вот провязали вот столько, да, 11 рядов. И теперь будем вязать вот как здесь лицевой гладью. Вот я тут показываю, ну вот пройму рукава, вот провязали. Так. 12 рядов получилось с изнаночным рядом, так, и теперь дальше вяжем вот такой лицевой гладью сантиметров 15, так, и будем, посмотрим, я думаю, достаточно, и будем вязать вырез горловины. Так, на сегодня все, спасибо за внимание, благодарю, что заходите на мой канал, подписывайтесь. До новых встреч. До свидания.